Друзья, всем привет! Рада каждому из вас, кто заглянул ко мне на канал. Знаете, так получилось, что мы сегодня в Венеции. Говорю, так получилось, потому что эта поездка, она совершенно непланируемая была. И, собственно, мы отдыхали в Хорватии, в Поричи. Оттуда ходит паром до Венеции. Время в пути 2,5 часа в одну сторону. Мы так подумали, ну почему не использовать возможность, которая предоставилась. В Венеции мы будем всего 6 часов, вроде как и немного, но расскажу вам, покажу, что за это время можно посмотреть, а вы уже со своей стороны сами сделаете вывод, хватит вам одного дня здесь, чтобы посмотреть на основные достопримечательности, или задержаться несколько дольше. Вы знаете, друзья, я к поездкам обычно готовлюсь. Тут времени на подготовку не было совершенно, потому что решение пришло спонтанно, я уже говорила. Но думаю, хоть в интернете вкратце, хоть пробегусь. Первое, что попадается мне на глаза, что нельзя делать в Венеции. Конечно, интересно, что же нельзя. Оказывается, этих нельзя здесь очень много. Здесь нельзя сидеть на ступеньках, лавочек здесь нет. То есть вы приезжаете, если на экскурсию или гуляете сами, будьте готовы к тому, что будете вы ходить и ходить много и долго. Нельзя курить, нельзя распивать алкогольные напитки, нельзя иметь непристойный вид, хотя что они подразумевали под этим делом. Нельзя купаться в каналах, ну мы, конечно, и не планировали, поэтому нас этот факт и не расстроил. Вот даже присесть, если видела, девочка села на ступеньки, ходит персонал, в такие футболки у них, и поднимают, типа нет, сидеть нельзя. То есть где-то в кафешке вы можете присесть, отдохнуть, покушать, это в порядке вещей, но так на улице нет. Нельзя устраивать никакие пикники. Потом, что хочу сказать из личного наблюдения. Летают чайки, чайки или бакланы, как они называются, вот такие большие. Обращайте на это внимание, они, если вы что-то купите... Чайка выхватила из рук кусок пиццы. Ну, то есть, они здесь очень голодные и агрессивные. Если ваш ребенок что-то кушает, обращайте на это внимание, чтобы ребенок не испугался. Ну, или вы даже. Венеция – потрясающий город, исторический центр которого построен на 118 островах Венецианской лагуны и представляет собой невероятное сочетание лабиринта улиц, каналов и сотен мостов с изящной архитектурой, роскошных дворцов и грандиозных церквей. Движение в Венеции происходит по каналам, и самый оживленный из них – Гранд-канал. Начиная с лагуны вокзала, он проходит через весь город, повторяя перевернутую букву «С» и заканчивается, соединяясь с каналом Сан-Марко и каналом Ла-Джудека у здания таможни. Длина канала составляет 3800 метров, ширина от 30 до 70 метров, глубина порядка 5 метров. Набережных у канала практически нет. Их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Эти дома, как правило, построены на деревянных сваях. При этом имеют два выхода – на сушу и на воду. Здесь сосредоточены самые красивые здания города. Именно из-за этого венецианцы называют свою главную водную артерию «Канал-дворец». И вдумайтесь только, на берегах канала стоят более 100 дворцов. Поскольку основное движение сосредоточено вдоль канала, то через водную артерию проложено всего лишь 4 пешеходных моста. Мост Риальта, мост Академии, мост Скальце и мост Конституции между вокзалом и Пьяцалле Рома. Все жилые дома, административные здания и даже мосты возводились на деревянных сваях по довольно интересной технологии. Подобрав место для строительства, люди вбивали вылистый грунт сваи, выполненные из особой породы древесины лиственницы. Деревянные сваи длиной до 7-8 метров вбивали в грунт, а поверх них укладывали деревянные бревна, которые и служили фундаментом для будущего здания. Ну а уже на основании из лиственниц выкладывали ряд из кирпичей и возводили здание. К сожалению, с момента основания Венеции ее острова медленно уходят под воду. В целом же ожидается, что уровень воды до 2100 года поднимется на метр. Из-за этого под воду может уйти множество прибрежных городов, в том числе и Венеция.
Если, конечно, вы располагаете большим количеством времени, то можно ходить гулять по Венеции и самому. На водном трамвайчике попереезжать на другие острова и рассмотреть все, что вы хотите. Но когда время, как у нас, немного и ограничено, скажем так, у нас всего 6 часов, то мы решили воспользоваться услугами экскурсовода. Тем более наш экскурсовод обладает таким даром убеждения, вы знаете, что мне надо абсолютно все, что она предлагает. И карта за 5 евро, да. Хотя зачем она, если рядом идет гид, да? И полный пакет их услуг. Поэтому сегодня будем гулять в сопровождении гида. Заглянем в итальянский ресторанчик. Попробуем традиционную итальянскую кухню. Как же без этого? Думаю, время пролетит практически незаметно. Перед нами дворец Дожей, одна из главных достопримечательностей города. Находится он на площади Святого Марка. Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией Дожей Республики. Во дворце заседали Большой Совет и Сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дождь являл себя народу. Гости города, которые причаливали к самому дворцу со стороны Пьяцетты, оказывались таким образом у ног правителя республики. В настоящее время здание является музеем. Из дворца Дожей в здание тюрьмы ведет мост вздохов, который был построен в 1602 году. Вздохи, от которых берет название этот мост, это не вздохи влюбленных, а печальные вздохи осужденных, которые, проходя под стражей по этому мосту, последний раз бросали взгляд на Венецию. Площадь Святого Марка – главная площадь в городе. Здесь находится собор Святого Марка, а также колокольная башня, с которой открывается вид на крыши городских домов. Собор Святого Марка украшен многочисленными мозаиками, выполненными византийскими, венецианскими и римскими мастерами. Является местом хранения мощей святого апостола Марка и множества ценных предметов искусства. Строительство церкви для хранения мощей апостола было начато дожем Джустиниана Партичипацио в 829 году, а завершено в 832 году его братом дожем Джованни Партичипацио. Базилика была повреждена пожаром, возникшим в 976 году в ходе дворцового переворота. Пожар, который начался во дворце Дожей, перекинулся на северо-западную часть собора и нанес ей серьезное повреждение. К концу X века базилика была восстановлена, но исследователи считают, что это была реставрация здания, а не новое строительство. Строительство второй базилики было начато в 1063 году при доже Доминика Конторини. Она была задумана как церковь невиданной красоты и роскоши, и на протяжении последующих столетий церковь непрерывно расширяли и украшали. Мощи святого Марка, согласно преданию, в опасное в военном отношении время и в период строительства храма были спрятаны в одной из опор старого дворца Дожей. Они были повторно обретены в 1094 году и ныне покоятся под главным алтарем. В 1987 году собор в числе прочих венецианских памятников культуры вошел в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всем мире базилика Святого Марка известна как уникальный архитектурный шедевр, который наряду с прилегающей площадью Сан-Марко и колокольней является символом Венеции. Здесь же на площади расположено кафе «Флориан». Вы его вряд ли пройдете и не заметите. Работает оно уже около 300 лет. Чашечка кофе в этом кафе стоит 9 евро. Причем, если вы хотите выпить только кофе, заплатите вы еще и за живую музыку, которая здесь играет, с человека 6 евро. Yeah.
на сфата чоколаду, на купа Венеция по маринаде. Добрый день. Находясь на площади Святого Марка, вы вряд ли не заметите часовую башню, или, как ее еще называют, Торре дель Орологио, архитектурный памятник раннего итальянского возрождения, одну из самых известных достопримечательностей города. Здание включает в себя башню с часами и более низкие постройки с каждой стороны. Башня и часы датируются последним десятилетием 15-го столетия, хотя впоследствии в часовой механизм были также внесены значительные изменения. Место для башни было выбрано так, чтобы часы были видны из вод лагуны и демонстрировали всем богатство и славу Венеции. Здесь проходит посадка на гондолы. В каждой гондоле перевозят максимально сейчас 5 туристов. И рассаживает гондольер строго в том порядке, как он скажет, в зависимости от веса людей и количества. Бывает и меньше 5, конечно. Так, наша гондола. Первый на посадку идет самый тяжелый. Так, первый пошел. Thank you. Так, поменяться местами не представляется возможным. Строго так, как скажет гондольер. Чао! Гондольеры учатся несколько лет. И эта профессия передается по наследству от отца к сыну, внуку и так далее. И у них ненормированный рабочий день. То есть вот пока он чувствует в себе силы, что он может управлять лодкой, безопасно для туристов и для себя, он работает. Как только он почувствовал усталость, он заканчивает свою работу. Стоимость одной гондолы около 40 тысяч евро. Их строго ограниченное количество в Венеции, их 400. Конечно, гондола может стоить и дороже, зависит от того, как она украшена. Размеры и конструкция гондол были регламентированы, начиная с 18 века. Длина лодки составляет почти 11 метров, ширина 140 сантиметров. При изготовлении гондолы чаще всего применяются 9 сортов дерева, хотя некоторые из них сделаны из 12. После изготовления корпус лодки покрывают в несколько слоев специальным черным лаком. У гондолы всего одно весло. Исторически это было вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не могли бы разойтись. Весло является как веслом, так и рулем. Благодаря конструкции лодки гондольер при гребле применяет фактически одно и то же усилие, как при пустой, так и при полностью загруженной гондоле. Профессия гондольера обычно передается по наследству от отца к сыну. Официально сообщество гондольеров было зарегистрировано в городе в 1868 году. Всего в Венеции зарегистрировано ровно 425 гондольеров. Это число строго регламентировано, ни больше, ни меньше. Они должны знать историю города, морское дело, иностранный язык и должны пройти вступительный экзамен. Цены на экскурсии на гондолах могут, конечно, отличаться. Нам гид сразу так и сказала, что каждый гондольер устанавливает свою цену. Ну вот вы знаете, вот честно скажу, положа руку на сердце, что я ожидала в Венеции более грязную воду. Начиталась отзывов. Нет, я даже не слышу, вы знаете, запаха. Конечно, наверное, зависит от того, когда цветет вода. Все мы знаем, что и канализация выходит здесь только в воду, а куда еще? Правильно, но я не чувствую никакого резкого запаха. Может быть, другое время года здесь как-то по-другому. Но... Мы выплываем в Гранд-канал. Очень широкие товарищи. Знаете, ну вот честно, в голове не укладывается, как вот эти все здания здесь стоят, а? Не, ну я-то понимаю, как. Но как?
знаете, такое ощущение, будто ты находишься в какой-то параллельной реальности. Как будто это все не с тобой происходит. О, морская полиция, карабинеры. Они, конечно, на гондолах не передвигаются, они посовременнее только. Знаете, друзья, вот сколько бы ни стоило, пусть кажется, может, вам и дорого, но если вы не прокатитесь на гондоле, считайте, что вы не были в Венеции. Каждая гондола имеет свое имя. Вот нас обогнала Элеонора. Название наше я не вижу, сижу в самом конце, в хвосте. А вот морское такси. Вот снова отель на воде. Приплывайте в гости. Ух ты, вот даже поет девушка на гондоле перед нами. Ну какой голосище, а? Каждая гондола имеет лицензию и разрешение на работу, а как же? Вы знаете, вот хоть ученые и обещают нам, что к 2100 году Венеция уйдет под воду, тут народ не унывает, он строительство идет полным ходом. Ой, вы знаете, после гондолы как-то оно укачивает. Я аж непривычно чувствовать твердую землю под ногами. Здесь даже уличный телефон есть, смотрите. Работает. Богатейшие, друзья, магазины. Нескончаемые кафешки. Средняя порция 12-30 евро. Так, пиццерия. Цены на пиццу 11, 15, 13, 16. Угу. Десерты 8 евро. Пиццы какие угодно. Ну а где, как не в Италии, один кусочек 5 евро. И еда на вынос. Венецианские ножки просто поражают. Хай! Боже, какая красота. Смотрите, какая улочка с выходом на канал. Ну что, друзья, у нас в рамках туристической программы обед. Как это выглядит? Вот привезли нас всех на лайнере, все желающие, которые изъявили желание воспользоваться услугами экскурсовода. Ну, вообще, в этот пакет много чего входит, и прогулка на водном такси, но сейчас у нас обед. Итальянская кухня, ну, конечно, мы и не ожидали ничего другого, побывав в Венеции. Что же мне принесли? Так вот, на обед у нас сегодня настоящие итальянские спагетти, кусочек лазаньи и вот что вот это вот? Равиоли. Пробую первый раз. Начинка, что внутри? Зелененький. А, со шпинатом. Вот именно такими я их себе и представляла. Так, ну спагетти, наверное, как спагетти. Ага, благодарю, спасибо большое. Вот хотела сокрыть факт присутствия еще салата, но не удалось. Видите, свежий салат, лазанья. Ой, очень мягкая, шикарная, боже. Лазанья очень вкусная, очень мягкая, прелесть. Ну спагетти как спагетти. К ним подается сыр пармезан. И у нас на столе вина. Я пью белое вино, очень вкусное.
Перец как пушка размерами. Ей-богу, как пушка. В общем, чтобы вас сориентировать в цене, то стоимость такого обеда 25 евро. У нас еще десерт есть. Клубничное мороженое. Очень вкусненько. Пообедать в Венеции за 25 евро, но я считаю, что эта цена вполне лояльная. Речные трамваи или вапоретто. Тот же автобус или трамвай, только перемещается он по воде. Это главный вид общественного транспорта в островной части Венеции. Принципы работы стандартны. Несколько маршрутов с постоянными остановками, водные трамваи ходят по расписанию, с пассажиров снимается плата за проезд, с безбилетников штрафы. С помощью вапоретто можно перемещаться по городским каналам и всему архипелагу. Первый вапоретто появился в Венеции в 1881 году и вскоре приобрел большую популярность. Со временем количество пароходов увеличилось до нескольких десятков. Билеты на речной трамвай продаются на причалах, в автоматах и кассах, а также в табачных и газетных киосках. Все причалы, где останавливаются вапоретто, выглядят одинаково, окрашены в белый цвет будки с яркими оранжевыми полосами. Перед нами мост Риальто, один из четырех мостов через Гранд-канал Венеции. Самый известный мост Венеции и один из символов города. Построен в самой узкой части Гранд-канала. Мост опирается на 12 тысяч свай, забитых в дно лагуны, причем максимальная высота в центре моста составляет 7,5 метров. Общая длина 48 метров. Изначально он был деревянным и неоднократно рушился. В конце 16 века был возведен новый мост из камня, дошедший до наших дней. На мосту в арочных галереях расположены 24 лавки, по 6 лавок с каждой стороны, разделенная в центре двумя арками. Между рядами лавок проходят ведущие к центру лестницы, начинающиеся у краев моста. В лавках продают сувениры, кожаные сумки и ювелирные изделия. А это церковь Сан-Маизе, которая расположилась недалеко от площади Сан-Марко. Она неоднократно становилась жертвой бушевавших в Венеции пожаров, была перестроена в 1105 году и полностью обновлена после пожара 1632 года на пожертвование прокуратора Винченцо Венни. Фасад этой необычной церкви представляет собой некое подобие театральной декорации в стиле барокко, созданной с целью прославления семьи Фини. В церкви почти полностью сохранилась обстановка позднего барокко с боковыми алтарями, с пьетой Антонио Карадини 1732 года, картинами художников 17 и 18 веков, амвоном, органным парапетом и потолочной росписью. Совершенно необычен алтарь. По сути, это диорама, изображающая получение Моисеем скрижалей с заповедями на горе Синай. В 18 веке в церкви произошел несчастный случай. Во время грозы молния ударила в крышу церкви. Электрический разряд спустился по металлическому тросу, держащему люстру над алтарем, убил священника и его помощника, которые в тот момент служили мессу. В Венеции можно провести несколько дней. Можно гулять по островам, гулять по ее улочкам, кататься на гондолах. Но вы знаете, больше всего мне, конечно, гондолы понравились. Во всем чувствуется роскошь, архитектура, дорогущие магазины. Эти 6 часов пролетели как один. Очень быстро. Народа просто толпы кругом. Смотрите. Жара и усталость дают о себе знать. У нас через 15 минут уже будет водное такси, которое нас отвезет снова к парому. Присесть действительно негде. Замороженным очереди везде просто сумасшедшие. Один шарик стоит 4 евро.
И то купишь где-то в ларьке, опять же присесть негде, будешь есть на ходу. О чем жалею? О том, что не успеваем попасть в базилику Святого Марка. Но очередь, чтобы попасть туда, наверное, простоять нужно часа два, это точно. К сожалению, мы таким временем не располагаем. Будет у вас возможность, я думаю, вы не пропустите эту достопримечательность. Она одна из самых красивых, самых помпезных, самых шикарных. Видите, вот это все очередь на вход в базилику. Ну и на водное такси тоже очереди везде. На жаре. Так это немножко изнуряет, конечно, что и говорить. Спрашивала, сколько стоит на водном такси прокатиться. От 20 до 40 евро, в зависимости от протяженности маршрута. Смотрите, вот на этом водном такси есть счетчик. То есть, когда вы садитесь, он обнуляется, и потом ваши денежки бегут в большую сторону, в зависимости от протяженности маршрута. А этот пешеходный мост в Венеции носит название «Мост Конституции». Официальное имя он получил в ознаменование 60-й годовщины Конституции Италии. Известен также он под именами «Мост Калатравы» или «Четвертый мост». В ноябре 1999 года власти города уполномочили разработать проект моста испанскому архитектору Сантьяго Калатраве. Проектом предусматривалось возведение арочного моста с большим радиусом кривизны. Основные элементы моста были созданы за пределами города и доставлялись на место установки по Гранд-каналу с помощью специальных барж. Основа моста выполнена из железобетонных балок. Ступеньки на лестницах сделаны из истрийского камня, традиционного для Венеции, и закаленного стекла. Общая длина моста почти 80 метров, ширина колеблется от 9 до 17 метров, а высота свода над водой высшей точки почти 7 метров. В процессе строительства мост подвергался серьезной критике, в основном из-за модернистской архитектуры моста, которая плохо вписывалась в венецианский ансамбль. Протесты и критика, вылившиеся в целую серию митингов против нового моста, привели к тому, что власти отменили торжественное открытие моста. Он был открыт для пешеходов 11 сентября 2008 года без каких-либо официальных церемоний. В 2019 году был удовлетворен иск венецианских властей к Калатраве и инженеру Сальваторе Вента. Оба были признаны виновными в конструктивных недостатках моста, в результате которых в строительство было вложено более 4 миллионов евро сверх запланированного бюджета. Калатрава и Вента были оштрафованы на 78 тысяч и 11 тысяч евро соответственно. Вы знаете, вот смотрю я на это все и думаю, сколько же много замечательных и красивых мест на белом свете. Путешествуйте. Каждую возможность используйте для того, чтобы увидеть что-то новое. Путешествие – это то, что делает нас богаче. И время, проведенное в путешествиях, время не потерянное, а время приобретенное. Все, я с вами прощаюсь, мои хорошие. Подписывайтесь на мой канал, хвалите меня, ставьте лайки. Всем до новых встреч и удачной, продуктивной недели.